сегодня летим на Мальту с Испании, с Мадрида. И у нас такой обед. Этот обед не входит в наш самолет. И вообще у нас еда в самолете не входит, но у нас есть своя еда. Вот такие вкусные авокадо, которые уже дозрели. Мы их сорвали на Канарских островах. Они несколько дней полежали. И вот сейчас они уже смаченные, стали готовыми, которые как и должны быть. Но это еще не все самое вкусное, которое у нас есть вещи. Это... Сейчас я вам покажу. Это вот. Бородинский хлеб. Он настолько обалденно пахнет, что я переживаю, что эти пассажиры в этом самолете на нас сейчас кидаться будут. Поэтому на всякий случай пару кусков отложил для страждущих. Вот одним словом, вот такой вот бородинский хлеб и вот такой авокадо. Сейчас едим, перекусываем. Пока все. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся.